Уважаемые дамы и господа, итак, мы продолжаем. Представляю вам трехраундовый бой в полусреднем весе до 77,1 килограмм. Next fight. Three round, but in welterweight division up to 77.1 kilograms. В синий угол октагона приглашается боец из России, город Москва. Please welcome in the blue corner, fighter from Russia, Кирилл Крюка. Красный угол октагона, встречайте бойца из Екатеринбурга, Россия. Please welcome in the red corner, fighter from Russia, Екатеринбург, Денис Измаденов. Let me present you fighters. Дамы и господа, представляю вам соперников и в синем углу боец из России, город Москва. Ему 25 лет. Рост 184 сантиметра, вес 77 килограммов, 450 граммов. Представляет клуб Industrials. Профессиональный рекорд. 9 боев. 7 побед, 1 поражение, 1 ничья. The fighter in the blue corner from Moscow, Russia. He's 25 years old, 184 centimeters tall and weighing 77.45 kilograms. His professional record. 7 wins, 1 loss and 1 draw. Please welcome, приветствуйте, Кирилл Крюка. И его соперник в красном углу боец из России представляет город Екатеринбург. Ему 27 лет. Рост 181 сантиметр, вес 77 килограммов, 350 граммов. Представляет бойцовский клуб «Ратиборец». Профессиональный рекорд 14 лет. 7 побед, 5 поражений, 2 ничьи. Fighter in the red corner from Екатеринбург, Russia. He's 27 years old, 181 centimeter tall and weighing 77.35 kilogram. His professional record. 7 wins, 5 losses and 2 draws. Приветствуйте, Денис Измаденов! Marco Brossen, Gavlandet. Red corner, blue corner, center of the cage. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself all times. Make it a good match. Shake hands if you want. And step back to your corners. Возраст, рост и вес бойцов на ваших экранах. Оба немножечко не уложились в весовую категорию, но это не страшно. Есть преимущество в росте у Кирилла Крюкова. Большое. Очень активно начинает Измаденов. Да, с лоу-киков по опорной ноге. Денис Измаденов
Серьезно, кстати говоря, подтянул ударную технику. И, в общем, люди, которые его, так скажем, увидели в деле, на спаррингах, сказали, что да, для бойца ММА он как ударник очень даже. Но чуть-чуть поближе нужно работать Денису Измаденову, на мой взгляд. Да, чуть не хватает дистанции. Трехударная комбинация от Крюкова, но все в защиту пока что. Измаденов забирает центр клетки, начинает так поддавливать потихонечку. Но пока увереннее он работает. Все-таки хорошо знакомый Денису зал, кстати. В этом плане у него небольшое преимущество. Вообще родные стены, и Денис, ну, да, можно назвать в какой-то степени ветераном турнира FARCC. Хорошо сейчас навстречу попадает Измаденов справа. Отвечает опасной двойкой Кирилл Крюков. Рука! Повело! Повело Крюкова! Это шанс! Падает, падает! Нет! Все! Воу! Недаром, недаром Денис Измаденов ставил ударку в бойцовском клубе «Клич» в том числе. Тимуру Салинову привет большой. Шикарная, да, победа. Молодец. Шикарная победа Дениса Измаденова. Ну, по-моему, протестует Кирилл Крюков. А нет, нет. Вызывает доктора в клетку. Ну слушайте, нет, чем-то недоволен Кирилл Крюков. Там был настоящий полноценный нокаут. Ну нокаут. Да, упал с ног Кирилл. Ну что ж, дорогие друзья, травма плеча, травма, судя по всему, плеча при падении. Да, у Кирилла сразу доктор осматривает. Ну а нам остается только дождаться объявления победителя. Кириллу Крюкову, конечно же, скорейшего выздоровления, восстановления. Что касается Дениса Измаденова, ну, молодец. Молодец. Вне всяких сомнений. А, да, там смотри, как он упал очень опасно. Он очень опасно на правое плечо прямо упал. Да, ну вот, ох, неприятно. Ну как в футболе часто бывает, суставы. Я думаю, вправил сейчас доктор быстренько плечо Крюкову. И ну, очень грамотно рефери сработал. Да, это можно точно отметить, что очень хорошая работа рефери. Ждем решения, ждем официального объявления победителя. Да. Остановил поединок на первой минуте 18 секунде первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал, and the winner by TKO, Денис И.